Всем привет, ребят! С вами Кэрри. Добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем прохождение игры The Evil Within. Кнопку продолжить. Ребят, я в прошлый раз так лоханулась немножечко, короче, на YouTube. Вот. Начала играть, короче, и забыла включить запись. Вот. И получилось так, что... Все, короче, я целую серию проиграла впустую. Как-то так. Вот. Сори. Вы пропустили, я скажу вам немногое. Так что... Извиняюсь за неудобство. Продолжим играть. Продолжаем. The Evil Within у нас, друзья. Харарюга. Я забыла, что у меня тут. Всего лишь два патрона. Два патрона. Это никуда не годится. На дробовик. Пропустили вы немногое. Там, ну... Банальная была ловушка с двумя небольшими монстрами. Нужно было открыть дверь, что, в принципе, я и сделала. Вот, так что давайте-ка... Я открыла дверь, потом нас по глюкам опять куда-то кидануло. В итоге мы здесь. Ну, раз мы здесь, давайте продолжим смотреть. А, так, это какая-то типа шахта здоровая. Куда нашего детектива? Ё-моё, ты чё так? Ты опять? Такая страшная, мать. У меня всего два патрона. Ты из клетки не вылезешь? Меня вот этот вопрос пугает больше всего. Ползает она такая, блин. Здрасте, я здесь. Я надеюсь, из этой клетки у тебя выхода нету. Просто прям... Вы только не говорите, что мне надо будет спускаться к ней. Я отказываюсь. Серьезно, я отказываюсь к тебе спускаться. Ну тебя нафиг. Я же тебя поджарила. По-моему, во второй серии. Я ее поджарила. Я ее поджарила прям конкретно. Это я точно помню. Ну, правильно, да. Лифт у нас не работает. Спускаемся к ней. Блин. А там дырка, да? Она сейчас вылезет. Тоже мне, блин, пугающий эффект. Вот и ползай там, меня не трогай. Так, что у меня там по дробу... Ой, по револьверу. Всего три. Только не говорите, что вот это вот... Как же не хочется открывать. А придется, выхода нету. Да иди-ка ты нафиг, а? Пусти меня, пусти, говорю, меня. Пусти меня, пусти, говорю. Пусти, 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 пожалуйста. Пусти, она идет сзади, да? Эта фигня идет за мной. Она идет, да? Ты можешь бежать быстрее, быстрее, как-нибудь? Опять глюк. Ты можешь быстрее открой мне двери? Ребят, сори, помочь не могу ничем. Прям реально ничем не могу помочь. Прям отвали, пожалуйста. Все, до свидания. Я тебя убивала во второй где-то серии, алло. Фу, блин.
Каким образом ты вылезла? Объясните мне. Реально душная бобень. Я ее так и назвала, по-моему, эту серию. Душная бобень. А, реально душная. Блин. То есть мне второй раз тебя надо убить. Что за несправедливость такая? И сколько раз мы с тобой сейчас столкнемся? Я уже думала, про нее можно забыть. И она где-то уже все позади. Нет. Давайте-ка мы Кэрри подсунем эту тварь. Да. Вот тут документов никаких нет. На печатной машинке ничего нельзя. Как в резике, короче, раз так записался. Вот это что такое? Что за комната? Механическая. Спичечки. Сейчас где-нибудь вылезет, да, козлина? Ну, надеюсь, что не вылезет. Нафиг ты мне нужна, блин? Я без тебя спокойно жила, нормально. Лифт приехал, и там та овца, да? Ой, ё-моё. Здрасте, приехали. Ну давай. Что ты мне дашь? Дай. Вот ее бы поджарить вот на этой фигне, вот вообще было бы. Просто замечательно. И что изменилось-то? Ага. Прям много чего изменилось. Ой, патроны, патроны, дай сюда, мимо них бегаю. И чего? Еще один рычажок где-то. Как ты горишь? Мне кажется, в тебя надо выстрелить, да. Так я и думала. А вот там вот как достать там патрошки, там такая... Полезная штука. А, это я, короче, постепенно подбираюсь к лифту. Все, понял, принял. Блин. Да иди ты нафиг. И куда мне от тебя бежать? Ну, это тупик. Это тупик, да. Отвали от меня. Дай мне убежать. Бежим. Бежим, бежим. Да уйди ты. Уйди, не трожь меня. Можешь меня не трогать? Ее опять же нужно куда-то заманить, получается. А где она? Подождите секундочку. Вот прям буквально... Ой, блин. Нет. Что у меня там было? Винтовка, пистолет. Да ты иди нафиг, алё. Как мне ее заманить куда-то? Она меня сейчас убьет. Отвали, женщина. Стрёмная женщина. Ой, блин, иди отсюда, уйди ты от меня. На. Ну что с ней делать? Кто объяснит мне, что делать с ней? Ты, блин, иди отсюда от меня. А, ну конечно, да, пожалуйста. Дай мне пролезть поверх. Да уйди ты! Ее надо было обмануть. Блин.
все, все понятно. Тебя надо обмануть. Блин, ну как так, а? Инструмент мастера. Конечно, тот еще инструмент. Прям топить от нее надо сразу. Прям топим, топим, топим. Уже знаем, что делать. Да блин, иди от меня, уди, уди. Что же это такое? Уйди. Да уйди ты, женщина. Как противная. Ходит он там, бродит. Топи. Прям давай быстро, 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 быстро. Она ж ползать умеет, насколько я помню. Да ты чё? Что такая быстрая-то? Да дай, блин. Отцветай. Вот как ее теперь отвлечь? Отвали. Противная, противная, противная. Где она выползет? Хрен не знает. Отстань. Жестко топлю от нее, жестко прям. Когда там уже этот огонь кончится? Нигде там не надо стрельнуть по трубе. Все, уйди. Опять, то есть от нее топим прям вообще жестко. Когда огонь кончится-то, я не могу понять, алло. Блин, вы что, душная баба. Такой можно быть. Топим. Топим, пацаны, топим. Да блин, все, она нас зажарила, да? Сюда не надо было забегать. Все понятно. О, боже мой, сюда не надо было забегать. Это все заново, что ли? Да вы прикололись, что ли, или чё? Они прикололись. Ну окей, допустим, сейчас я по фасту все это сделаю, потому что в курсе, как чего и... Пошла нафиг, какая что ублюдочная, реально. Реально ублюдочная, дай, дай. Да-да, и быстро. Вылезла она такая из печки, красотка. Да блин, да не меня жахать надо, а её. Топим, топим, топим прям вообще жестко, быстро. Быстро бегаем, быстро.
Мы все знаем, все умеем. Не умирай, не умирай. Меня нету, нету меня. Отвали. Какая ж ты душная. Душная. Я не знаю, как тебя обозвать. Меня аж прям все напряглось внутри. Прям все напрягается внутри от нее. Прям вот ужас как. Да отвали ты. Да иди ты нафиг, блин. Топим. От нее бежим прям. И что, нас сейчас поджарит просто жестко. Что делают? Поджарить же. Вообще в ловушке конкретной. Блин. И что делать-то? Ты мне предлагаешь вот так это все пролазить, что ли? Мне кажется, это, ну, блин, плохая идея. Плохая. Даже если... Блин, целую аптечку потратила. Вот и что они мне предлагают? Застрял в опору. Спидраном пробежать или что? Ну это все смерть. Я не понимаю тогда, что они мне предлагают. Это тупиковая какая-то ситуация. То есть вы... хотите, чтобы я ее, по сути, каким-то образом загнала туда, да? Если так логически мысли, там должна быть не я, получается, а она. Правильно? Правильно. Но если она бегает за мной, каким образом я ее туда загоню? Вот объясните мне. Быстро, спидраном, быстро. Много чего всего валяется. Нафиг чего всего подберешь. Долбанутый, сюда иди. Да ёшкин ты кот. Вот где она копошится? Спидраном, спидраном, прям вообще топим, топим. Может, эта тупица бы и не заметила меня ни хрена. Отмечаем еще, что тут есть. Отстань. Противная женщина. Можешь уйти от меня? Как мне ее туда загнать? Вот
объясните мне, пожалуйста, ее надо туда как-то загнать. Это я понимаю. А каким образом ее туда загнать, я не понимаю. Отвали. Отвали, она меня прям сейчас побьет. Ну вот и как? Кто-нибудь мне подскажет? Вот каким образом я ее должна откинуть? Объясните мне. Какая же ты противная. А противная от того. Может, я какой-то тоже рычаг не замечаю. Какой перестрелить надо мне. Топим. Блин, вот никому не желаю побывать в такой жопе, как Кастелланос. Вот вообще реально. Потому что это реальная задница. Ой, блин, да иди ты. Что ты вообще такое? Это же жесть. Я, наверное, буду сейчас на этом моменте миллион раз умирать просто. Меня это уже начинает дико бесить. Вот эта женщина. Пока бежишь от нее, короче, в панике, не понимаешь. Ну, мало чего пропускаешь. Точнее, пу, блин, за нее заговариваюсь. Много чего пропускаешь. Вылезает она. Да пусти, 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 она меня сейчас захватит. Фу, я не могу с того, какая она противная. Пожалуйста, уйди. Я задолбалась умирать на тебе миллион раз.
Ты меня просто уже начинаешь бесить. Какой-то вентиль, может, срываешь или что? Ну, можно вообще убить? Убить, обмануть, я не знаю. Ну все, к столу нас умер. И припасов нет. Отлично. И этого нет. И я просто не могу с этого просто. Вот я даже не понимаю, что делать. Вот я дохожу до того момента, все, у меня тупиковая ситуация. Она просто тупиковая. Вот я вот этот определенный цикл до оттуда, вот до этой камеры дохожу. И все. А что дальше с ней делать, я не знаю. Все, тупик. Уйди, а. Вот она уже мне просто на нервы действует. Вот, вот и все. Она меня уже... не пугает, она просто меня напрягает дико. Просто дико напрягает. Это вот единственное, что я испытываю при виде нее. Это дикое напряжение просто. Вот и все. Вентиль, видимо. Отлично. Еще что-то такое есть? То есть ты опять топишь ко мне, да? Гори, мразь. Вот так вот, поняла? Гори, сволочь. Гори, сучила. Прям. Может, тут тоже есть какие-то рычаги? Отвали. Как быстро, а? Соображаем, соображаем. Бегаем мимо, соображаем, что тут может быть еще. Вот что может быть еще? Каким образом заманить ее внутрь?
Ну каким-то же образом надо ее заманить, правильно? Вали. Да пусти ты меня. Туда она меня не пускает. Все, он сожжет меня сейчас, огонь. О, я тупо полчаса пытаюсь от нее избавиться. Это ужасно бесит. Кто бы знал, как она бесит. Там должен быть какой-то рычаг, который получается вот так же. Видите, поток огня пошел в другую сторону. Нужно найти просто этот потоковый рычаг. Вот и все. Нужно понять, что происходит. Просто нужно это понять. Пипец какой-то, убийцем себя называется. Какая же ты душная. А, как я тебя не люблю. Ну, ползи давай, скотина такая. Так, соображаем, по-бырому соображаем. Оп. Оп. Гори, мразь. Уползет, отстань. Так, все, где рычаг? Рычаг нужен. Теперь надо тупо найти рычаг. Мне кажется, давай-ка я попробую тупо обвести. Вот так вот. Вот когда она отсюда уже. Попытаемся еще раз, не? Рычаг больше не работает. Это к чему-то должно же? Повыше нет никаких рычажков. Тут вот рычаги. Так, понятно, не надо так делать.
Ну все, опять. Фух, ребята, давайте-ка мы на этом закончим, потому что она меня уже реально бесит. Спасибо, что присутствовали. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте. Фу, уже заговариваюсь из-за нее. Жать на колокольчик. С вами была Кэрри. Всем пока.